В нашем регионе количество заболевших коронавирусом снижается, однако Прииртышье уже 4,5 месяца находится в красной зоне. О текущей эпидситуации в Павлодарской области в нашем следующем материале. На сегодня в стационарах находится 918 пациентов, занятость инфекционных коек 40,5%, в реанимации 71 человек, в том числе 11 на аппарате ИВЛ. Занятость реанимационных коек составляет 35%. Между тем, в ближайшие дни в регион поступит первая партия вакцины Pfizer – 29 250 доз. По подсчетам медиков, на первом этапе ее могут получить 63 180 человек – это дети до 18 лет, беременные женщины. На сегодня по детям родители дали 379 согласий. И женщин 130, из них 35 беременных, женщин кормящих 95. Пока вот тот расчет вакцин, который мы изначально планировали, его будет хватать. Спикер также разъяснила, как будет проходить ревакцинация. Она уточнила, что за каждым из нас остается право выбора той или иной вакцины. У медиков же есть свои рекомендации. Если человек вакцинировался векторной вакциной, то есть это спутником, то ревакцинацию рекомендуют делать через 9 месяцев вакцинами инактивированными. То есть это Хаятвак, Синофарм. Если человек вакцинировался инактивированными вакцинами, то есть Хаятвак, Казвак, Синофарм, ему рекомендуется ревакцинироваться через 6 месяцев векторной вакциной спутником. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 334 274 человека, второй компонент – 306 036. Для достижения коллективного иммунитета необходимо превакцинировать 497 693 жителя Прииртышья. Мурат Ибилмажит, Этес Акпарат.